Васнецов создает свою картину явно под влиянием сказки Островского и оперы Римского-Корсакова. После того, как ему довелось заниматься оформлением сцены к опере Римского-Корсакова, он принимает решение о создании собственного полотна на эту тему. Жанр картины – мифологическая сцена. Снегурочка, дочь Мороза и Весны, в ее сердце не должна вселиться человеческая любовь. На картине сказочно красивая ночь, звездное небо, заснеженный лес, лесная опушка с маленькими елочками по краю ярко освещена лунным светом, который позволяет разглядеть причудливые узоры на теплой одежде, цепочку заячьих следов и слегка сдвинутые в тревожном раздумье девичьи брови. Снегурочка только что вышла из леса. Она уже готова сделать первый шаг навстречу людям. С левой стороны полотна, за спиной Снегурочки, где темнеют в снегу молоденькие елки, легко читается человеческий силуэт. То ли Матери Весны, то ли Отца Мороза. В эту минуту она выглядит по-человечески трогательной и трепетной, но решительной. Мы видим молодую девушку, лицо которой отражает внутреннюю борьбу. Ей очень хочется пойти туда, к людям, но она боится неизведанного, того, что ждет ее среди незнакомых и чужих людей. Невольно Снегурочка развела руки в стороны, как для прощального объятия. Ночь с прекрасной Снегурочкой на опушке леса кажется чудесной, и в то же время из темноты подступает тревога. Цветовая палитра картины темно-зеленый, темно-синие цвета, много места отведено белому цвету. Но белый он чисто условно, так как в нем содержится весь спектр цветовой гаммы. Удивителен яркий лунный свет, заливающий героиню и сугробы на полотне. Свет падает с левой стороны картины, на снег ложатся четкие тени от деревьев и застывшей нерешительности снежной девочки. В этой картине Виктор Васнецов отразил в образе Снегурочки духовную красоту русского народа. Снегурочка – чистое создание, совмещающее в себе земные и небесные черты. Картина состоит в ряду важных произведений художника Васнецова. Не один год работал Виктор Михайлович над этим полотном в стремлении передать свое понимание глубин русской души. Труд его был оправдан. Васнецов сумел соединить в трогательном женском образе земное и небесное. Как отмечали критики, никто лучше Васнецова не смог отразить красоту русской женщины.